Мы приветствуем Анастасию, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Накивает. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Анастасии, под ногами, тонких тел Анастасии, находит все. Знаешь, от нее какой-то привкус идет металла. У нее большая металлическая плата. Сейчас посмотрим, кто ее поставил. Зеленой чакре. Вытащи ее. И я даю команду на счет 3. Из сердечной чакры выходит безболезненно эта конструкция. 1, 2, 3. Зависает в воздухе. Она подключена к другим чакрам тоже. И отключаю эту конструкцию от всех чакр силами его намерения. 1, 2, 3. Безболезненно проходит отключение. Она в клетке, и вот эти как провода от нее тянутся. Отлично. Выставляю канал от этой конструкции к ответственному и притягиваю его в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Где бы он ни находился во Вселенной? Грей. Только Грей? Только Грей. Хорошо, если еще кто-то сейчас появится, я его сожгу. Я даю последний шанс появиться всем ответственным. Есть рептилоид. Хорошо. Один рептилоид. Абарант. 82 уровень. Хорошо. И 2 Грея, да? Вот конкретно от этой конструкции, да. Хорошо. Ждем окончания сканирования. Пруд. Кто это? Снимаются все маски и голограммы в клетке. Все сущности пристают согласно своему эфирному коду ТНК. И без. Без. 4 канала. Там еще кто-то должен быть. Ну, посмотри, пожалуйста. Или это так голограмма фанила? 4. У нее спрут, рептилоид, грей, этой платой, инсектоид. А, за инсектоид это не говорила. Инсектоид, хорошо. И без. И без. Итак, рептилоид 82, 2 грея, спрут, без, инсектоид, правильно? Да. Хорошо. Объявляю программу присутствующим. Вы находитесь на чистке. Мы здесь легально, вы нелегально. Мы проводим сейчас по просьбе Анастасии чистку ее энергетических тел. И сейчас объявлю я вам программу. Начинается все с отражения энергии темной. Мы отдадим вам всю темную энергию, заберем все светлые энергии. После этого я дам команду каждому вытащить из его биополя Анастасии все, что он оставил. После этого я провожу рассинхронизацию. После этого я провожу проверку. Если кто-то что-то забудет, проверка проводится 2 миллионами герц. Если кто-то что-то забудет в теле специально или случайно, он просто сгорит в клетке. Всем понятно? Да, понятно. Все, кто пройдут проверку, уходят первый раз на свою чистоту. Я даю команду тонкой копии Анастасии спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкие вибрационные энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Выстраиваются каналы сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Анастасии. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, рептилоид, как долго вы с Греем находились в этом биополе? 7 лет. 7 лет. А что это за... Слушай, да. Рептилоид? А рептилоид ли это? Да. А вот Греи, они какие-то как роботы. Ставим они почему-то летают. Так. Опускаются, поднимаются, как будто ими кто-то управляет. И я выстраиваю сейчас канал от каждого из Греев и притягиваю ответственного, связанный с ним по энергии. 1, 2, 3. Притягиваются все ответственные в клетку тюрьму, становятся рядом. Я еще здесь. Ящер. Отлично. Он управляет этими Греями. Угу, у него в руках как пульт. И пульт уходит в соседнюю клетку. 1, 2, 3. Не может до него дотянуться. Ящер, ты решил со мной поиграться? Скажи мне сразу. Я люблю проверку играться. Он делает. Что он делает? Проверку. Проверку. А я хотел сейчас лазер свой проверить. Прожгет ли он тебе
плоть твою или не прожгет? Мне проводить проверку или нет? Кто ты такой, чтобы меня проверять? Он говорит, не делай мне больно. Объясни, кто ты такой, чтобы мне что-то здесь рассказывать. Кто ты? Ты пытался меня обмануть на моей чистке? Я делаю свою работу. Хорошо, а я буду свою работу делать. Ты знаешь, что твоя работа заслуживает внимания межгалактической полиции? Я не слышу ответа. Он говорит, что каждый проводит испытания как может. Получается так, что мы что-то неправильно сделали. Мы до сих пор не проводили испытания над ящерами. Но я думаю, время пришло, ящер. Как ты считаешь? Если ты хочешь надо мной производить какие-то эксперименты, почему, что меня останавливает производить над тобой эксперименты? Он говорит, что я не говорю про биоробот. Я имею в виду конструкцию Грея, которую мы испытываем. Вы установили конструкцию с привкусом металла. Сколько процентов отток был энергии через вашу конструкцию? Из 100%. Я хочу число услышать. Сколько вы забирали? До 45. 30-45. Какая конечная цель? Это ее реакции. Какая конечная цель вашего эксперимента была? Конечная цель была, чтобы эта конструкция слилась, стала более гибкой и слилась с сердечной чакрой. И что бы дальше случилось с Анастасией в этом случае? Он говорит, что это проблема не одного поколения. Для меня это сильно абстрактно звучит. Проблема не одного поколения. Это конкретно отвечай мне на вопрос. Я спросил, что случилось бы, когда вы синхронизировали бы с этой сердечной чакрой? Как было запланировано? Он говорит, что она уже синхронизирована, но сама конструкция должна быть более гибкая. Но именно над этим мы работаем. Она должна полностью сливаться и не нести никакого вкуса, чтобы мы были незаметны. Ты думаешь серьезно, что вы незаметны, даже если вкуса не будет? Вкус мы узнали только на конечном этапе. Будет другой цвет. Да какой бы цвет ни был. Ты просто не понимаешь... Ладно, хорошо. Сколько ты находился с этими двумя клоунами, Греями в этом вот, в биополе? Уже сказал. 7 лет, Абаран, да? 7 лет. Назад начались. Значит, ты лаборант, лаборант и рептилоид, и два Грея ответственны за эту конструкцию, да? Или есть еще кто-то? Греи – это роботы, которых он испытывал. Как ты думаешь, замечу ли я Грея, который летает у меня в клетке? Мне просто интересно, насколько глупыми ты нас считаешь. Знаешь, что я сейчас могу сделать? Я сейчас ставлю маячок возле Греев. Если они органические, загорается зеленый. Если они органические, красный цвет. 1, 2, 3. Какого цвета маячок, Вера? Красный. Красный. Итак, ящер, что ты там собирался усовершенствовать? Объясни мне. Я вижу вас, понимаешь? Ты сейчас находишься на чистке вместе со своими роботами. Я еще не знаю, что я с ними сделаю. Я сегодня буду вам задавать вопросы. Вы все будете отвечать на эти вопросы. Кто на вопросы не ответит, на того и начинаю воздействовать. Хорошо. Как у нас с реверсом, Верочка? Реверс закончился, ей плохо у нее. Вот сейчас она ощущает очень вот этот металл внутри. Хорошо. И... Я даю команду. Ощущает металл. Я даю команду, значит, 3. Весь этот яд, который находится в Анастасии, включая внутренний белый свет, начинает выходить из каждой ее клеточки. Из всех 7 тонких тел весь яд выходит, все энергии остаточные выходят. На чистоте ящера и этих двух Греев с рептилоидом. У нее дрожь. Подхожу к Анастасии и кладу руки на плечи, даю ей 150% энергии. 1, 2, 3. Пошла энергия. Заправляю ее, поднимаю вибрации до комфортного состояния. Да, из нее вышло все. Большой шар? Он как по спирали закрученный такой диск. Хорошо. Так, он нам здесь не нужен, наверное, да, Вера? Будем убирать его. Открываем внизу портал в галактическое ядро, и все это улетает в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо. Реверс закончился, да? Да. Хорошо, устанавливаю фильтры с золотой сеточкой. И в порядке реверса
Анастасия забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Анастасия себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Спрут, как долго ты сидел в биополе? 4 года. У нее энергия очень похожа на первородные. Возвращается. Усиливаем потоки до последнего микрона. Все назад. Считай цифру беса над головой. Он говорит 7. 7 у меня. Что тут считывать? Я уже написал, в принципе, перед тем, как спросить. Я знаю, я просто должен уточнить. Итак, бес, как долго ты находишься в этом биополе? И где ты подселился? Где и на что? Бес год. Где вошел и на что? Он показывает. Ситуацию, он показывает, да? Воронку, из которой он вышел. Где, в квартире или где-то на улице? В квартире. У нее воронка в квартире, понятно. Хорошо, бес, скажи мне, у тебя есть твои вещи в квартире? Мы сегодня будем ее чистить, поэтому я тебя могу вытащить и второй раз. Скажи мне сразу. Или там другие? Моих нету, другие. Хорошо, понятно. Инсектоид, как долго ты находился в этом биополе? 4 года. 4 года. Есть инкубатор? Реверс закончил. Есть инкубатор? Да, есть. Хорошо. Реверс закончился. Отлично. Хорошо. Тогда переходим к следующей процедуре. Начнем с инсектоида. Инсектоид, выходишь сейчас, достаешь все, что ты оставил в биополе Анастасии, вытаскивай, отсасывай жидкость, ничего не забывай, возвращайся в клетку и докладывай о готовности к проверке. Приступай. Бес, скажи мне, ты сидишь здесь год, другие сидят 7 лет, 4 года. Есть лярвы на теле у Анастасии? А, да. Где? Паху лярва. Хорошо. Еще где-то? Одна. Хорошо. Значит, дойдет твоя очередь, вытащишь все, что ты установил в ней, потом я тебе разрешу забрать эти лярвы себе. Тебе понятно все? Да, понятно. Хорошо, ждем, пока инсектоид вытаскивает все, наблюдай, Вера. Да, забрал. Хорошо, давай, бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил, и докладывай мне. Приступай. Что он снимает, Вера? Он утяжелял ее. Ноги. Конструкции железные снимает. От колена и ниже. А какая функция была в этой конструкции? Лярву сбросить хотел. Он показывает, он как подпрыгивал за ней. Не мог добраться, да? Там другой сидел. Хорошо. Видишь, как легко можно лярву снимать? Снял. Хорошо, бес, я тебе разрешаю вытащить все лярвы, которые есть в биополе, ничего не забывая. Приступай и возвращайся в клетку. Но он забрал лярву внизу живота, угу. Ему перчит. А что ему перчит? Водички дать? Дышит он. Заправился? Как жжется, говорит, да. Ну, уже как попадет, ты же сам понимаешь. Хорошо, спрут, выходишь, доставай все, что ты оставил в биополе, все подключки, а вытаскивай всю свою жидкость, отсасывай и докладывай о готовности. Спрут небольшой. Плохо кушал. Шейные позвонки, вот это вот место затылок. Mm-hmm. Присоски у него там. Понятно, там боли было. Да. Снял все. Хорошо, так. С кем мне разговаривать, ящер? С тобой, с Греями, с рептилоидом? Так, Греи роботы. Ну, понятно, с ними бесполезно разговаривать. Ящер главный. Хорошо, ящер, давай, приступай к вытаскиванию. Давай команды. Все пусть снимает. Никакого следа, чтобы от вас там не осталось в биополе. Я сейчас буду проверять. Приступай. И докладывай о готовности к проверке. Он говорит, что только все сняли, уже и выдавили. А может быть, что-то забыли? Я тебе должен дать шанс. Хорошо проверь, говорит. В смысле хорошо проверь, не понял? А лаборанту говорит, проверь. Правильно говорит. Давай, лаборант, выходи.
Смотрите, мне все равно, просто вы по каналу сгорите. Мне, как вы решите? Если вы так уверены, что все чисто, без проблем. У него свой сканер. Он сканирует. С головы начинает, идет вниз. Да ты что? У него свой сканер есть на это? Да, на ноге пищит. Чип снимает. Вот. Говорит, что нужна рассинхронизация. Мы это сделаем сейчас. Ты вытаскивай сначала чип и все. А где на ноге было? Где щиколотка, в этом месте, где подошва. Угу. Начинается. Ну... Влад, а ну просканируй этот сканер и возьми его данные полностью, чтобы мы могли смоделировать такой инструмент. Пусть у нас еще один будет сканер. Готово. Отлично, хорошо. Все, значит, они все вытащили. Отлично. Переходим к рассинхронизации. И я даю команду тонкой копии Анастасии на счет 3 начать рассинхронизацию с энергией рептилоидов, роботов Греев, автоматически достигнув 100%. Готово. Готово? Да, готово. Хорошо. Так, рассинхронизация закончилась. Сейчас я подхожу к Анастасии, кладу руки на плечи и даю мощный удар высоковибрационного шокового импульса 1, 2, 3 и сжигая все каналы. Пошел удар. Отлетают все каналы. У нее отлетели все каналы, кроме... Кроме? Вот этой платы. Кроме этой платы. Хорошо, я выстраиваю канал от Анастасии к этой плате. 1, 2, 3. И на счет 3 забираю все свои энергии. Анастасия забирает все свои энергии, все свои вибрации, частички души, частички ДНК. Все, что находится на ее частоте, в этой конструкции на счет 3 возвращается к ней. 1, 2, 3. До числового значения 100%. Частицы ДНК возвращаются. Отлично. Готово. Отлично. Я подхожу еще раз к Анастасии, кладу руки на плечи и мощнейшим ударом сжигаю канал к этой конструкции. 1, 2, 3. Удар. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, и все остатки улетают в галактическое ядро от этих каналов на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо, я даю команду сканеру на счет 3 начать проверку тонкой копии Анастасии. Все малейшие наночастицы уничтожаются на месте. Если что-то крупное будет найдено, загораются ярко-красные маячки. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Анастасии, делает контрольную проверку. У нее на горле такая прозрачная сетка. Опа. От которой она кашляет. А кто ответственен за эту сетку? Над клеткой ответственного загорается ярко-красная лампочка. Это та установка. Знаешь, она больше как фантом. Это Греи были связаны с ней так. Так это фантом или сетка? Но она прозрачная, фантом. Прозрачная, сейчас проверим. И даю команду, эта сетка выходит из ее биополя, зависает в воздухе. 1, 2, 3. Ящер, что это такое? Он говорит, что вот этот привкус металла, он был по вкусовым рецепторам. И заполнял вот эту сетку внутри. Сейчас она пустая. А почему ты ее не снял? Думал, что она уничтожена. Так. Грей-роботы. Ставим маячок. Зелено-красный. 1, 2, 3. Грей-роботы, да, они лежат в куче просто. Открывается портал в галактическое ядро, и Грей улетает в галактическое ядро роботы на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Это тебе, ящер, за то, что ты меня обманул. Ты не понимаешь серьезности ситуации, в которую ты попал, да? И можешь мне здесь, в моей комнате диагностики, лгать, находясь в клетке тюрьме? Я так не считаю. Я прошу Ли выйти со мной на связь. А,
слушаю тебя. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, на эту конструкцию, которая у меня сейчас в клетке тюрьме стоит. По ощущениям, это первородная душа. Ящер, рептилоид и два робота были, их уже нет. Вот. Насколько опасна была эта конструкция? Ящер меня сейчас обманул, он не вытащил все. Ну, говорит, что конструкция такая требует много внимания и синхронизации. Он мог просто забыть за столько лет. Хорошо, так благодарю. Так как усовершенствовалось постоянно. Благодарю, я просто хотел узнать, это злой умысел или это просто ошибка. Хорошо, благодарю тебя, я тогда продолжаю дальше. Все, мы здесь закончили. Итак. Это сетка у нас, она висит. Сетку, открывается портал в галактическое ядро, и сетка улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, ящер, я больше тебя не хочу видеть в этом биополе. Я не хочу с тобой встречаться. Хочешь ли ты со мной встретиться еще раз? Скажи мне сразу. Мы будем это биополе теперь регулярно проверять. Если я тебя второй раз ловлю в этом биополе. Говорит, что я не против подискуссировать, но в клетке я не хотел бы находиться. Хорошо, я тоже так считаю. Есть более оптимальные варианты. Хорошо, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте ящера. 1, 2, 3. Он уходит на свою частоту. Забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяй. Под конструкцией открывается портал в галактическое ядро. Оно улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. И наверху открывается портал против часовой стрелки на частоте рептилоида. 1, 2, 3. Он уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Спрут готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. Спрут забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, без. Я думаю, ты довольным остался, хоть и с перчинкой. Больше я тебя прошу не приходить в это биополе. Все понятно? Мы будем все в квартире закрывать тоже. Понял. Открывается внизу против часовой стрелки портал на частоте беса. 1, 2, 3. Бес уходит на свою частоту, закрывая, печатая, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяясь в огненной пентаграмме. Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида. 1, 2, 3. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. И под пультом открывается портал в галактическое ядро, и он улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, поехали по частотам. Переходим к закачке энергиями. Подсоедини тонкую копию Анастасии к источнику высоковибрационной чистой энергии, которую она получает во время сна. Запроси биополе, сколько энергии ей необходимо и какая частота вибрации максимально комфортная. 400. И? Даже 420 она просит. Хорошо. 28. Хорошо. И на счет 3 в биополе Анастасии начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 420% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Мощность потоков усиливается. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Частота и вибрации поднимается до числового значения 28 Гц. Пошел подъем. Какие цвета идут, Вера? Какая энергия, вернее? Первородная. Первородная, да? С этими вкраплениями, да? Угу. Я вижу. Не информация идет. Она очень любит Землю. Ей ни в коем случае. У нее, в общем, с ее душой идет вразрез убийство животных. Вот как, конечно. Она некомфортно себя чувствует, если есть шкуры. Вот конкретно слово идет. А у нас там была, по-моему, шкура, Вера, какая-то, да? Не, я дома есть. В доме, да. Надо от таких вещей избавляться. Это мертвая энергетика. Это, скорее всего, куратор ей подсказывает. Или друг у первородных. Готово. Хорошо, мы закончили чистку. Анастасия, как вы себя чувствуете? Она говорит, я сияю. Замечательно. У нас остались вопросы к вашему куратору. И мы сейчас будем его вызывать. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти куратора или учителя, друга или наставника Анастасии. На
нас энергия. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, мы приветствуем куратора, учителя, друга Анастасии. Примите, пожалуйста, форму, чтобы мы могли вас видеть. Он говорит, что у меня нет пола, я могу принять любую форму. Просто мы с энергиями разговариваем обычно, когда они имеют какой-то более-менее человеческий вид. Если вам не трудно, конечно, примите любой вид. И представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам? Он говорит, что я приму вид девушки Алены. Замечательно. Хорошо. Как вам угодно. Но Анастасия может представлять. То есть... так, как ей откликнется в душе. Отлично. Значит, это она. Это послание для нее. Она поняла, если вы назвались таким именем Алена, значит, я так буду вас. Мы приветствуем вас, уважаемая Алена. Вы куратор, учитель, ну, первородных душ, мы так поняли, друзья, да? Наставники. Он говорит, это первое, что мне пришло в голову. Как вам удобно. То есть, ну... он оформился в такую девушку в сарафане и платке. Хорошо, Алена. Будем называть Алена. Без проблем. Уважаемая Алена, меня зовут Влад, это Вера. Мы сейчас проводили чистку вашей подопечной. Убрали все, что в ней было, все, что мешало. И она еще изъявила желание задать своему куратору, наставнику, 10 вопросов. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Он говорит, что если вопросы касаются Анастасии... Да. Мы говорили всем, только вопросы касаются, которые только ее. То я постараюсь объяснить. Отлично, благодарю вас. Начинаем с первого вопроса. Если вы не можете ответить просто или не хотите, то скажите следующий вопрос. Первый вопрос. Кто я и откуда моя душа? Какой уровень моего высшего я? На какой вопрос отвечать? Это вот она написала первый вопрос. Я просил по одному вопросу писать. Она 3 раза переписывала вопросы, но у нее не получается в одном предложении сделать 1 вопрос. И поэтому вот она задала в первом пункте, кто я и откуда моя душа. И следующий идет, какой уровень моего высшего я. 2 вопроса надо тогда ответить. Я думаю, что нет надобности отвечать на первый вопрос. Да. Как она... ты сама видишь... первородная душа, формированная в колыбели. Самим Творцом. Колыбели душ. Высшее Я, 13-й уровень. 13-й уровень высшего Я. Благодарю вас. Следующий вопрос. Сколько негативной энергии я накопила в этом воплощении? Еще не накопила. И еще накапливаешь. Пока 21%. Благодарю вас. 3-й вопрос. Сколько у моей души было воплощений на Земле? Расскажите, пожалуйста, о последней моей жизни на Земле. Ты любишь Землю. Очень любишь. Любишь чувствовать жизнь на Земле. Воплощений было много. 28. Тебе нравится возвращаться на Землю. Дышать полной грудью. И расскажите, пожалуйста, о последней жизни на Земле еще. Когда она проходила? Мы считали информацию. Сегодня у нее был один эгрегор, контракт, вернее, один контракт был, который был в 1502 году заключен. Это было когда... посвящение. Посвящение. Я расскажу про последнюю жизнь. Пожалуйста. Это Индия. Прекрасная жизнь в богатой семье. Какие года? Анастасия была девушкой. Из богатой семьи, выдана замуж за молодого мужчину, договор между родителями. Несмотря на это, брак был счастливый, 2 детей. Когда это было? 1825 год. Сколько она прожила в той жизни? 73 года. Довольно. В конце сильно. Жизни она последние 20 лет... в своей жизни она посвятила религиозному эгрегору Кришнаида. Понятно, понятно. Мы там тоже один эгрегор увидели, она от него отказалась. Очень хорошо к нашей радости, поэтому все подтвердилось. Благодарю вас, уважаемый куратор.
Вы закончили или вы хотели еще добавить? Продолжаем. Хорошо. Следующий вопрос. Четвертый. На что моей душе надо обратить внимание, что надо в себе развивать и над чем работать в этом воплощении? Ну, так как ты спускаешься на землю за чувствами, именно на чувства тебе нужно обращать внимание, наслаждаться чувствами, смаковать их, чувствовать, в конце концов. Это то, зачем ты приходишь на землю. Благодарю вас. Сколько у нее кармических узлов? Сколько она прошла и сколько осталось? 4 прошла, осталось 2. Замечательно, благодарю вас. Следующий вопрос. Даже больше проходит 4-й. Проходит 4-й, понятно, пройдет, останется еще 2. Благодарю вас. 5-й вопрос. Каково мое предназначение в этом воплощении? Предназначение первородных душ. Соединяться с энергией Земли, уважать природу и животных, живущих на Земле, производить обмен энергией первородных и земных. Меркаба поможет. Безусловно. У меня есть один сопутствующий вопрос. Вы сказали насчет того, что у нее проблемы с тем, что, когда насилие над животными, убийство животных и так далее. Почему это спрашиваю? Это идет вразрез с ее душой. Вразрез с ее душой, да. Мы просто видели, мы сейчас будем чистить ее квартиру, и там лежит, как мы поняли, шкура медведя или какого-то животного. От нее может исходить какая-то патогенная энергия от этого всего? Она ей вообще, эта энергия, нужна в доме? Она может исходить, но так как мы говорим про Анастасию. Да. Она просто живет в этом. Она, не понимая того, идет в разрез с атмосферой, где находятся части тела животных. Понятно. Благодарю вас. Следующий вопрос. В чем я могу черпать энергию? Где мое ресурсное место? Земля. Босиком. Выходи на траву. Заземляться? Обмениваться. Обмениваться энергиями, конечно, да. Посылать земле энергию и получать от земли энергию. Это и есть обмен. Удивлен. В твоем случае это еще и гармония. Да, удивлен просто для первородных душ и такая тяга к земле. Мы встречали. Чувства, понимаю. Благодарю вас, уважаемый куратор. Следующий вопрос. Если вы закончили, я прошу прощения. Я закончил. Хорошо. Мне пришла информация от астролога, что у меня с мужем кармический брак. Подскажите, в чем кармическая задача лично для меня? Встречались ли наши души в прошлых воплощениях? Я начну с конца. Встречались. Давайте. В прошлых воплощениях. В Индии? Нет. Другой жизни. Расскажете о ней? Ей будет очень интересно. Нет, об этом. Это не было вопроса. Согласен. Я перейду к первой части вопроса. Мне пришла информация от астролога, что у меня с мужем кармический брак. Подскажите, в чем кармическая задача лично для меня? Очень хочется спросить, почему не рассказал астролог. Но я объясню. Кармический узел в том, что вы должны довести свои чувства до определенного уровня, где можно без слов понимать друг друга и удерживать эту планку, находиться в своей нирване. То, что вы не смогли сделать в предыдущем воплощении, когда вы воплощались вдвоем. Работайте над этим. Отлично, благодарю вас. Я могу дальше задавать вопрос. 8. В общении с сестрами вышли на уровень непонимания и непринятия. Что необходимо сделать, чтобы разрешить эту ситуацию? Убрать негатив со своей стороны. Такая ситуация решается не одним человеком. С твоей стороны нужно убрать негатив. Пересмотреть свои реакции и иметь больше терпения. Благодарю вас. Ты очень взрослая душа, поэтому научись принимать чужое мнение. А самое главное, яблоко раздора, стоит ли оно того. Реши это для себя. Вы закончили? Да. Благодарю вас.
Следующий вопрос. Предпоследний. Часто болею. В чем причина? Есть аутоиммунное хроническое заболевание кишечника. Для чего эта болезнь дана и как ее лечить? И связано ли это с интерферентами? Связано. Мы вытащили... Отравление. Мы вытащили огромное количество яда. У нее там и конструкция была. Ящер, рептилоид и два грея робота. 7 лет старались. Мы это все сейчас удалили, заправили ее энергиями. У нее наступит улучшение с этой хронической заболеванием кишечника. Там еще сидел инсектоид в животе. И еще парочку других. 7 интерферентов было. Я лишь могу ответить. Улучшение наступит лишь тогда, когда начнется развитие. Вы считаете причину заболевания кишечника не только в интерферентах, но и в ней самой? Причина отравления. Я лишь считаю, что без развития дорога для интерферентов открыта. Здесь никто не спорит, да и они сами об этом говорят. Поэтому даже дискутировать не будем по этой по этому вопросу. Я отвечаю простыми словами. Встреча со мной была лишь любопытством, но после сегодняшнего разговора пути назад нет. Если не произойдет развитие в душе, то будет зря. Так и есть. Я перехожу к последнему вопросу. Сейчас я работаю инженером-строителем. Правильно я выбрала род деятельности? Какой ответ вы ждете? Правильно или неправильно? Род деятельности должен нравиться. Ты должен получать удовольствие от того, что ты делаешь. Мало того, ты должна получать удовольствие от результата. Если это есть, правильно. Если этого нет, ответ лежит внутри тебя. Это очень действительно простыми словами отвечаете, уважаемый куратор. Очень приятно с вами общаться. У меня больше вопросов нет. На этом месте мы закончили вопросы. Может быть, у вас есть какое-то личное пожелание к ней, или вы хотели что-то добавить от себя? Я вижу, что душа проснулась. Мне этого хватает. Замечательно. Уважаемый куратор, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Это не первая первородная душа, которая здесь находится. И мы уже передавали подарки в ваш мир. Поэтому я хочу вам сделать от меня, от Веры и от вашей подопечной Анастасии подарок. Это корзина с самыми вкусными свежими ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. Эта корзина, Верочка, появляется в твоих руках. Это единственный, по-моему, чистый продукт, который у нас остался на Земле. Может быть, вам понравится, вы захотите это с собой взять на память об этой встрече и добрые воспоминания в знак благодарности за то, что вы помогли сегодня Анастасии решить ответить на многие вопросы. Я приму ваш подарок с благодарностью. Благодарим вас. Очень приятно. Мы закончили. Тогда примите... Я бы хотел, пожалуйста, в заключении обратиться к Анастасии еще раз. Это будет первое задание для проснувшейся души. Послушай себя и определи, кто твой куратор, какого пола и какое имя откликается тебе. Для тебя это будет легкая задача. Я надеюсь на дальнейшую встречу. Замечательно. Очень хороший ответ, очень хорошее задание. Я уверен, что она серьезно воспримет это, и когда-нибудь ваш прямой диалог состоится напрямую. У нее начнет просыпаться генетическая память. Генетическая память. Сегодня много говорилось о прошлых жизнях, как минимум о 3. Генетическая память начнет откликаться, и ответ сам придет. Ее задача слушать и чувствовать свое сердце и душу. А для этого надо находиться в состоянии умиротворенности,
гармонизировать себя, синхронизировать с энергиями Земли. И тогда все ответы придут. Надо делать шаги со своей стороны обязательно в этом направлении. Если вы позволите от себя два слова добавить. Без этого не происходит развитие. Очень приятно было с вами общаться. Мы обожаем общаться с первородными душами, с ангельскими душами, со всей галактики уже здесь были. Я вижу эту энергию. Вы видите у нас, да? Замечательно. Комнате. Да, благодарим вас за это. Говорю, до скорых встреч, уважаемый куратор. Я думаю, когда-нибудь Анастасия созреет для следующего этапа более серьезных вопросов или, во всяком случае, установления непосредственного контакта с вами или общения с Высшим Я. Мы обязательно... На это надеюсь. Мы тоже надеемся. Желаем вам всего наилучшего, искреннюю энергию благодарности от нас всех. Примите в дорогу. И всего вам хорошего. Всего доброго. Прощайте. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Анастасия, как вы себя чувствуете? Как вам встреча с вашим куратором? Она прекрасно чувствует себя. Все, что он сказал, она это знает. Отлично. Уже говорилось прежде, когда она читала манифест, а гармония, уверенность у нее внутри. Гармония уверенности внутри. Значит, все будет, все остальное приложится. Отлично. Будем возвращать тогда сейчас Анастасию домой, в систему биоробот-душа, и перейдем сразу к ее квартире. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Анастасии в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. И переносить в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Да, я на месте.